Наша система травлення повинна працювати чітко та злагоджено. Мабуть, саме тому увесь світ звертає увагу на цю проблему. Про здоров'я і харчування будемо говорити сьогодні з Наталією Донцовою, лікаркою гастроентерологінею. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, пані Наталію. З приводу системи харчування, з приводу системи травлення, люди завжди говорять, бо це те, що ми їмо і що потім впливає на стан нашого здоров'я загалом. Тож, якою вона повинна бути у людини? І як можна зробити висновок, що наша травна система незадовільно працює? Ну, прежде всего, нужно отметить то, что заканчивается весна, заканчивается значительно измененный характер питания. И нужно обратить внимание на то, что в этот период очень часто обостряются такие заболевания, воспалительные заболевания, как желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. В этот период, особенно у людей, которые живут в таких мегаполисах, как наш город, где есть повседневные стрессы, где есть нерегулярность приема продуктов и качества питания, естественно, обостряются и язвенные болезни. Это дефекты слизистой 12-перстной кишки и желудка. В этот период времени, конечно, нужно следить за своим здоровьем. И здесь очень важно понять степень выраженности воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте. Вот. Поэтому следует, конечно, обратиться к врачам для того, чтобы пройти хотя бы общее обследование и для того, чтобы понять, какой орган страдает, и уже здесь совместно с врачами скорректировать свой план лечения, план питания. Потому что во всей гастроэнтерологии диета является основной базой лечения, а медикаменты уже это как бы надстройка. Дуже часто люди звертаються по допомогу спеціалістів лише тоді, коли вже є гострий біль. Спочатку, коли трошки щось заболіло, десь є дискомфорт, люди переважно не звертаються. І приходять до вас вже з проблемою і достатньо серйозною. Серйозно. Які найчастіші проблеми, які найрозповсюдженіші, з якими приходять до вас люди? К сожалению, опять же, возвращаясь к тому, что наша повседневная жизнь – это постоянный ритм, тонус. Мы не задумываемся о том, что наш организм начинает подавать какие-то сигналы. Это незначительное, вроде как отрыгнул после какого-то приема пищи. Это незначительная изжога, которая потом нарастает и начинает беспокоить. Какой-то легкий дискомфорт. А чаще всего, посещая питание, как бы кафе быстрого питания, да, и тот же самый Макдональдс, пациенты приходят и говорят, я отравился. Но на самом деле, когда начинаешь опрашивать, то эти маленькие звоночки звенели уже намного раньше. Поэтому очень важно заняться профилактикой, четко понимать, какие продукты можно кушать. И как себя вести для того, чтобы не привести к вот тем обострениям. Боль – это уже, можем сказать, критическая точка. То есть тогда, когда организм уже дает понять, что нужно прийти к врачу, нужно найти ту болевую точку, на нее повлиять и уже дальше вести какие-то вопросы, разруливать. Якщо людина тільки починає щось відчувати не те, ну от в яких випадках ви рекомендуєте звернутися, аби можна було вилікуватись і більше не згадувати про цю проблему? Ви знаєте, ну, если появились, конечно, какой-то легкий дискомфорт, опять же, та же самая отрыжка, горечь во рту, какая-то тошнота, вот, это уже, ну, будем сказать, вторая или третья ступень необходимости обращения к врачу. Но я бы обратилась к нашим не столько пациентам, а столько к нашим слушателям. Не нужно ждать того момента, когда организм уже начинает сигнализировать. Нужно хотя бы раз в год, особенно лицам, которым старше 45 или 50 лет, пройти скрининговое обследование желудочно-кишечного тракта или любой другой системы. Второе – молодежь.
как правило, ну, редкое исключение, которое молодежь, которая действительно приходит, заинтересована в проведении обследования и понятия, что же происходит с моим организмом. Это, конечно, хотя бы раз в год, раз в два года нужно пройти. И потом мы не забываем, что патология, гастропатология и онкопатология желудочно-кишечного тракта, они сейчас, в общем-то, набирают большие темпы. Молодейшая хвороба, так? Да, да, значительно моложе стала. И потом я бы еще акцентировала внимание на то, что важен наследственный фактор. Потому что очень важно у людей, у пациентов, у которых были в анамнезе у родственников какие-то онкологические заболевания, то здесь нужно проходить обследование 100% и акцентировать внимание на тот орган, который был по наследственным факторам поражен. Это очень важно. Поэтому самое главное не лечить болезнь, а предупредить ее. Ну, от, знаєте, з віком люди часто чують, що вони собі організовують чистки, наприклад, чи дієти, чи щось собі десь прочитали, встановили і кажуть, оце от так допомагає, і це треба всім. От я зараз хотіла звернутися до вас. Ви фахівець, ви багато років працюєте в цій сфері, в цій галузі. Ви знаєте точно, що можна робити, а що ні. Порадьте, будь ласка, тим людям, які вже прочитали, які вже використовують такі методи, наскільки це взагалі важливо і чи може призвести це навпаки до проблеми? Ви знаєте, однозначно відповісти на цей вопрос не можна. Я хочу сказати, що інтернет і наше, так сказати, сарафанне радіо багаті всевозможними дієтами. И промыванием кишечника, и какие-то клизмы, и голодание. Но мы забываем о том, что кроме того, что мы живем, в нас тоже живут микроорганизмы. И они зависят от того, что мы кушаем. Если мы не будем голодать, вернее, будем голодать, да, в течение, там, допустим, месяца, то эти микроорганизмы начинают гибнуть. Потому что одним нужно одно питание, другому другое питание. И вот представьте, на этом фоне мы используем гидроколонотерапию, то есть, простите, очищаем водой наш кишечник. Значит, мы вымываем все. Угу. Вот. И потом, и дальше. В любом случае, любые диеты должны быть правильно подобраны. А подобрать правильно диету может только врач, который провел скрининговое обследование. А если в этот момент идут какие-то скрытые болезни? А если в этот момент какие-то идут отклонения в лабораторных исследованиях, то какое же может голодание? Человек не может жить без еды. Понимаете, он должен получать жиры, белки, углеводы. Но в каких соотношениях, в каких количествах, чтобы не повредить пищеварительную систему? Это может решить только либо врач-гастроэнтеролог, либо врач-диетолог. Дівчата, які дуже хочуть бути стрункими, гарними, вони переважно теж користуються ось різними дієтами і беруть собі за приклад взяти якусь одну і потім нею керуватися. Так. Приходять до вас такі пацієнти? Ну, ви знаєте, більше, звісно, приходять пацієнти з проблемами питання, з проблемами желудочно-кишечного тракту, вже якби созревші заболівання, пусть це типу функціональних розстройств. Но я вот здесь хочу немножечко конкретизировать или уточнить понятие, что такое диета и что такое правильное питание. Это разные вещи. Звичайно. Да? Потому что диета – это краткосрочное мероприятие, которое мы используем только тогда, когда есть обострение заболевания. И вот здесь врач скажет, как долго вам держать эту диету, да? Стоит ли ее придерживаться там неделю, две недели или, простите, пожизненно? А может быть и такие выпадок? Конечно, конечно, есть пациенты с заболеванием кишечника, которые это то же самое
лактазная недостаточность, не усвоение лактозы. Это может быть глютеновая недостаточность. И здесь пациенты обязаны сидеть пожизненно на диете. Но они могут делать какие-то отступления. И, кстати, в диете тоже после снятия острого периода мы можем переходить на расширение диеты. Рациональное или правильное питание – это совсем другое. То есть здесь вы можете кушать все, но здесь очень важна кратность приема пищи и очень важна технология приготовления пищи. Потому что если это будет жирное, жареное, мы будем стимулировать желчное образование, мы будем стимулировать пищеварительные соки, которых может хватить только на короткий период. А дальше? А дальше появляются жалобы. А дальше появляются панкреатиты, холециститы, и даже могут быть, может быть, желчекам'яна болезнь і так далі. Знаєте, вам зараз можуть заперечити ті люди, які люблять скориночку. Коли вона підсмажена, коли це курочка, коли це м'ясо якесь дуже смачне, пиріжки ті ж самі і так далі, ну багато всього можна з'їсти. І що тепер? Відмовитись на усе життя від прийому таких смачних страв? Вы знаете, это вопрос, ну, он задается практически ежедневно. Каждый день. Да, приходят пациенты, и когда им рассказываешь о диете, они начинают, ну, как это так, вот и курочка, и шашлычок. Вы знаете, я считаю, что это любой врач. Он всегда объяснит пациенту, что вот конкретно вы должны пройти лечение, строгую диету, уйти из острого состояния в ремиссию, но если вам что-то захочется, ну, простите, мы же все грешны, ну, как можно человеку сказать, есть такие вкусняшки? Но для того, чтобы не вызвать обострение, не ухудшить свое самочувствие, а получить удовольствие, сидя с родственниками за столом, вот вы выпьете раз, два, три, вот такие-то препараты. Вы себя защитите. Вы уберете вот этот дискомфорт, вы получите удовольствие, но потом, будьте добры, хотя бы несколько дней посидите на диете для того, чтобы закрепить прием вот медикаментов и не дать обострения любого заболевания. Хронічні захворювання, дуже часто люди страждають від того, що довго треба виконувати ті рекомендації, які назначив лікар. Що тоді? Як людина довго може сидіти на цих дієтах? І як довго вона може приймати препарати? Чи можна вилікуватись? І в якийсь час просто жити так, як тобі хочеться, їсти усе? Ну, хронічні захворювання не вилічуються. На то вони і хронічні. Но задача врача и пациента заключается в том, чтобы, выйдя из острого периода, как можно больше удлинить период ремиссии. Поэтому и даются рекомендации пациентам для того, чтобы они придерживались определенных диет, определенного правильного питания, не столько диета, просто правильного питания. Мы же не создаем рамки, жесткие рамки, как это нужно в период обострения. Да, расширяйте, но зачем есть те тяжелые продукты, которые обладают и онкологическими какими-то направлениями, да? Или зачем есть ту же самую жирную, жареную пищу, провоцируя себе опять какие-то новые заболевания? Поэтому, пожалуйста, рациональное питание – есть техника приготовления, правильное приготовление пищи, то есть это духовка, отварная пища. И, пожалуйста, 4-5 раз кушайте, ходите в спортзалы, ігноруйте стресові ситуації, ви будете в прекрасному настроєнні і здраві. Пані Наталя, ну, хочеться спитати вас все ж, чого не можна їсти, і що б ви не рекомендували для усіх абсолютно людей? Абсолютно для всіх. Жирная, жареная, копченая пища, фастфуды, газировки, они все содержат консерванты, которые совершенно не нужны вам абсолютно. Приготовленная пища в духовке, в микроволновке,
она намного полезнее и легче будет вами усваиваться. Ешьте обязательно фрукты, овощи, особенно сейчас начинается сезон. Промывайте их хорошенько, мойте руки для того, чтобы не занести какую-то инфекцию. К сожалению, она существует в окружении. И все будет у вас хорошо. Мы должны помнить, как сказал Гиппократ, мы есть то, что мы едим. Если мы едим полезную, правильную, рациональную пищу, мы будем здоровы. Пані Наталя, от ви сказали про мікрохвильову плиту і піч, так? Дуже багато є фахівців, які говорять або за, або проти. Хтось каже, що там все добре і ця їжа корисна, а є такі люди, які навпаки вважають, що краще використовувати інші засоби, наприклад, пароварку, чи там мультиварка, так? Тобто це зовсім інший спосіб приготування їжі, вона так швидко не готується, і вона вам може принести більше користі. От з приводу мікрохвильової взагалі дії на наш організм, от що ви можете сказати? Ну, ви знаєте, по поводу цього дуже багато було різнообразних мнений на протяжении десятилетий, з моменту, як вони у нас з'явилися. Тому конкретно відповідати «да» або «ні» я би не утверждала. Але я би сказала одне – это только подспорье для того, чтобы просто разогреть пищу. Если эта функция есть, этого вполне достаточно. Но сейчас существуют и пароварки, и мультиварки. Прекрасное оборудование, которое помогает качественно и, самое главное, правильно приготовить пищу. Поэтому, пожалуйста, этим пользуйтесь. Но периодически, конечно, хочется выехать и на шашлычок, и все. Но опять же, существует фольга, которая прекрасно даст вам не такое обжаренное мясо, но тем не менее вы пожалеете свою желчевыводящую систему и поджелудочную железу в частности. А картопля, вот яка прям в багаття вкидалася, ну, може пізніше, так, в жар вкидалася и потім діставалася, казали, наскільки це корисно? Дуже корисно. Конечно. І це можна. Можна. Треба залишати. Да. Ну, є такі продукти, які принесуть вам задоволення, ви відчуєте смак багаття, і ви зрозумієте, що все ж не дарма поїхали на природу, так? Ще щось є, окрім того шашлика, який можна приготувати. Але ж його можна загорнути в фольгу, як ви кажете, конечно. І все. Там буде збиратися більше вологи і не буде обсмажуватись так їжа. Ну, звісно, от цей обгорілий білок, який содержиться на м'ясі, потім ви ж його не прожуєте, як положено, да? А сколько выработается сока, а хватит ли ферментов для того, чтобы расщепить, а механическая травматизация слизистой непрожеванного мяса. Поэтому тут масса минусов, я думаю, что они не стоят того, чтобы рисковать. Но овощи, приготовленные на гриле, картошка, приготовленная в костре, это же очень полезно. Во-первых, она сохраняет все свои свойства полностью. Это и калий, то, что полезно и для сердца, и для кишечника, и вкусовые, и эстетические, будем говорить, на природе все приготовлено. Пані Наталя, ну наостанок хочеться почути від вас все ж таки заключні рекомендації для усіх абсолютно наших глядачів. Ну, які общі рекомендації? Ну, прежде всего, я хотіла би сказати, що наш організм – це така слажена, огромна система, в которой живет еще и микромир. И вот пока они находятся в единстве, когда они друг друга поддерживают, мы чувствуем себя хорошо, и мы здоровы. Поэтому помните, что если организм говорит о себе или напоминает о себе какими-то непонятными для вас симптомами, пожалуйста, приходите к врачам. Для того, чтобы... Во-первых, выявить причину этих звоночков, этих сигналов. И помните, что правильное питание – это не диета, это правильно приготовленная пища.
Дуже дякую вам, пані Наталія. І так дуже сподіваюся, що будемо їсти правильно, харчуватися і вчасно звертатися до лікарів. Не тоді, коли вже щось болить, а до того ще один раз на рік. Лише один раз на рік. Пройти повну діагностику усіх лікарів. І тоді ми будемо знати, що все з нами добре, ми здорові, ми можемо себе непогано почувати і вже прийдемо наступного разу вже без проблем. Без проблем, звісно. Дякую вам, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо.